Добрый день. Представители общественной организации сегодня посетили адрес: улица Проезжая, 98, кафе «Шартаж». По информации, поступившей от граждан, по данному адресу в этом кафе организаторы осуществляют торговлю алкогольной продукцией без наличия лицензии, а именно специального разрешения. Общественники специально приехали на этот адрес, провели закупку бизнес-ланча, заказали алкогольную продукцию. То есть этот факт был подтвержден. Бармен, стоящий за стойкой бара, налил алкогольную продукцию общественникам и взял за это денежные средства. Входим в помещение кафе. Кафе «Шартаж» работает с 11 до 2 ночи. Их адрес есть ИНН, организатор данной деятельности. При входе в павильон мы видим фойе. В фойе с левой стороны расположен игровой терминал, но, однако, он не функционирует, он выключен. Есть вероятность того, что этот терминал работает в вечернее ночное время. Это первый зал данного кафе. Объект общественного питания. Здесь, скорее всего, осуществляется, играет живая музыка. Вот мы видим, что в помещении общественного питания на полочках размещена алкогольная продукция, что подтверждает наличие этой продукции и ее реализацию. То есть общественная была признана как закупка алкогольной продукции. Вот, пожалуйста, алкоголь, водка. И товарный чек, посредством которого был произведен расчет. В помещении кафе информация о торгующем предприятии общественного питания имеет наличие. ИНН, ОГРН, ничего не видно, ничего не понятно. Кто организатор, кто занимается деятельностью. Полиция уже вызвана. Ждем группу для оформления протокола изъятия алкогольной продукции. Составление протокола на организатора по статье 14.1, часть 2. Осуществление реализации алкогольной продукции без специального разрешения. Направление протокола.